каждый человек задумывается там о смерти, как каждый человек задумывается о Боге. Да, я просто не уверен, нужно ли об этом говорить перед камерой. Бояться не нужно. Нужно просто помнить, и все. Тогда жить будет, может быть, немножко сложнее, да, но правильнее. Из письма Сергея Бодрова к жене Светлане. Я не знаю, как люди умирают. Мы видим это, но сами не умираем. А когда умираем, то это видит кто-то другой. Есть вещи, которые не нужно знать, о которых не нужно думать. Про них никто ничего не знает. Каждый человек задумывается там о смерти, как каждый человек задумывается о Боге. Да, я просто не уверен, нужно ли об этом говорить.